11 декабря в России отмечают День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской республике. В этот день в Северском парке собрались те, чья жизнь навсегда связана с трагедией локальных войн. День памяти русских солдат, которые погибли в Чечне – скорбная дата. Десятки тысяч парней сложили свои головы на полях сражений в Северном Кавказе, выполняя свой долг перед Родиной. Особый поклон сограждан, их близким и родственникам. Спасибо вашим детям за то, что мы живы, за то, что наши дети живы, за то, что внуки наши. Так что дай Бог вам здоровья. Пока мы живы, мы их будем помнить. Митинг памяти по традиции закончился возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. 11 декабря 1994 года первые эшелоны российских войск вошли в Чечню для восстановления конституционного порядка на территории Чеченской республики. С момента начала боевых действий в Чечне прошло 27 лет, но память о погибших солдатах жива и будет жить в сердцах россиян.